Приветствую вас, господа. И сегодня мы с вами будем получать новинку нашего нового региона Дон. Это Татру Феникс. Итак, что же нам нужно для ее получения? Нам нужно поехать с вами в Антоновский заповедник. Вот наш переход. Едем, получается, по дороге. Тут направо, через поручение Озерное. Проезжаем. Тут поворачиваем налево, наверх. И вот наш, типа, домик. Дом лесничего. И тут будет поручение, я так понимаю. Первое, это будет типа хитрый лесничий. Здравствуй, милый человек, не поможешь старику. У нас тут в области завод автомобильный есть старый, как я сам, а за ним прямо на берегу хлам кое-какой. Привези, а? Ну а я тебе что-нибудь типа ценного взамен дам. Хорошо, я так понимаю, мы выполняем это поручение. И нам становится открытым, точнее открывается, да, ну или становится открытым долг лесничего. И мы будем с вами ремонтировать Татру. Это получается, чего ты пристал к старому человеку, говоришь ценное, что обещал. Ладно, будь по-твоему, здесь недалеко в болотах затонуло кое-что. Мало кто про это знает, но сможешь достать, твое будет. И типа мы делаем вот этот контейнер, ему привозим, но пока что его нет ни на этой карте, ни на первой. Там, думаю, в будущем все это дело добавят. И ремонтируем, как говорится, Татру и получаем. Понадобится мне для этого, точнее, понадобилось два Форда. На Татру нужно 8 колес и примерно 800 ремонт запчастей. Кое-что я уже там отремонтировал, поэтому осталось буквально тут чутка. 290 запчастей. Ну, давайте отремонтируем. Вот такая необычная музыка при выполнении задания, поручения. Прикольно. Теперь мы сможем с вами пересесть в Татру Феникс. Сможем мы выехать? Да, сможем. Это хорошо. Так, но перед тем, как мы займемся, как говорится, ее осмотром, модули и так далее, давайте немножко поговорим об улучшениях. Так, на карте у нас по одному улучшению в Антоновском заповеднике. У нас это будет, получается, наша вот ЖД-станция Антоновка. И вот тут, в этом местечке, мы найдем с вами первое улучшение. Ну, точнее, первое будет на первой карте, это уже второе. Ну, думаю, вы поняли. Найдено улучшение. Так, это у нас подключаемый дифференциал, да? Для Татры Феникс. Прекрасно, великолепно. Давайте прыгнем в Татру и переместимся с вами в гараж. И сейчас на первой карте покажу еще одно местечко для улучшения. Надеюсь, там я на Хане не утону. Так, пока что покинем гараж, хотя зачем, надо будет все равно туда, как говорится, тюнинговать нашу машинку. Вот, второе улучшение. Получается, вот наш гаражик. Едем, дорога направо. Тут можно спуститься и потихонечку едем. И вот на вот этом маленьком островке, вот оно, тут нас ожидает время. Давайте поставим час дня, надеюсь, дождик не пойдет. И я попробую тут сейчас не утонуть. Так, ну там есть коряга. Возле него, надеюсь, достанем. Ну, давайте попробуем. На нашем УАЗике сюда прокатиться. Так, тоже подключаемый дифференциал, да, для Татры Форс, для второй Татры. Великолепно, прекрасно. Давайте немножко заберемся, чтобы наш УАЗик не уплыл никуда. Прекрасно. Перемещаемся с вами в гаражик и будем поподробнее нашу Татру рассматривать. Гаражик, я же уже выкатил ее.
Поехали, тюнинг. Ну, конечно, берем помощнее. Зачем нам слабенькие? Мы столько в эту игру играли, чтобы на стоковом кататься. Нет, конечно. Ну, коробка, думаю, скоростную возьмем. Так, колесики, думаю, стандартные пока оставим. Ничего менять не будем. Лебедочку подлиннее. Дифференциал теперь у нас есть подключаемый. Это хорошо. Запасочку приобретем. Более крутой шноркель и модуль кузова. Ну, вот, конечно, цистерна прикольно, но я просто борт возьму. Не нравится. Нравится мне с бортом. Так, цветов пока нет. Декорчик вот такой разный козырек. Да, давайте такой приобретем. Почему нет? Крыша. Да, это прикольно, конечно, с таким противотуманки на кенгурин. Прикольно, кенгурин. Как собакин, кашкакин, да и так далее. Прикольно. Так, это сток. Это прям лицо меняется. Прикольно. Давайте такой заводской вариант оставим. Это неинтересно. Выхлопные трубы. О, уже что-то оригинальное. Не обычные стандартные выхлопные трубы, как у нас на обычных грузовичках, а уже такие более-менее кастомные. Это прикольно, это круто. Ну и десочки стоковые. Ладно, хорошо. Теперь можем ее поподробнее с вами рассмотреть. Татра Феникс Евро 6. Прикольно. Давайте гудочек. Нормально пойдет. Так, крана у него, к сожалению, нет. Никакого пока что. Да я думаю, и не будет. Ладно, пойдет, хорошо. Давайте салончик. О, как-то камера ниже не опускается. Тоже добротненький, хороший салончик. Пойдет. Зеркала работают, все работает, гудочек работает. Ну давайте заведемся. Ну, прям как современный такой прям грузовичок. Хотя это и есть, да, современный грузовичок. Ну что, поехали прокатимся, думаю, до нашего. Порта попробуем прокатиться. И тут на этом остановимся, так сказать. Ну, звучит, едет неплохо на скоростной коробке. Ой-ой-ой. Чуть не убился. Ну-ка, колесики-то поворачиваются. Помогает себе поворачивать. Это прикольно. Это круто. Она такая более маневренная. Ну, конечно, я думаю, это не замена будет нашему суперкрутому Азову. Да, поворачивает она очень даже неплохо, я вам скажу. Довольно маневренная прям. Хорошо чувствуется. Ну, конечно, я думаю, она не прям для супер грязи, да, и там грузовичок. Это такой более городской, более для асфальта. Да, но выглядит, конечно, красиво. Звучит тоже круто. И маневренность у него великолепная с поворачиваемыми задними мостами, да, получается? Точнее, колесами. Они же, тут уже не мосты, они же все как по отдельности. Ну, конечно, круто. Мне нравится. Не знаю, как вам, мне заходит Татра пока что. Я понимаю, конечно, что она будет, наверное, не супер проходимая, но благодаря то, что у нее
База у него 4 на 4, точнее 8 на 8. Она будет довольно проходимая, поэтому, ну, не знаю. Мне нравится. И внешка, и по звуку. Хорошо, модули, конечно, маловато, но это ладно. Пойдет уже. Подушатали ее немножко с вами. Ладно. Вот так вот мы получаем нашу новиночку. Татур Феникс. Ну, а вам, господа, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.